диплома вышел из интернет-мемов. В клипе про г***о снялся Михаил Ефремов. В письме счастья снялся писатель Минаев, Вася Обломов. Но это чистый кайф. Он рубит правду матку и этим крут. В мой день рождения он должен быть тут. Закажу его за любые средства. Он споет одноклассники, я вспомню детство. Только про родину не надо загонять. Корпоратив — это праздник, мы пришли отдыхать. Будут солидные гости, уважаемые люди. Мое имя выложите фруктами на блюде. Пусть будет куча телок, играющих джаз. Нету, так найдите специально для нас. Пусть Вася Обломов споет свои хиты. И в тот момент, когда подадут манты, пускай начнется дискотека 90-х. Там прошла молодость, нас всех уже взрослых. Будем веселиться и плясать от души. Вася, много грустных песен, веселые пиши. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, грибы подпевают, бой, Вася, бой. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, бибы подпевают, бой, Вася, бой! Именинник бухой, в бороде висит капуста, зал полупустой, народу не густо. Одиноко танцует тетя с плохой фигурой, разводит руками, реально кажется дурой. С бокалом шампанского сидит миллиардер, рядом какой-то отставной офицер. Они слушают молча унылое говно, официанты старательно подливают вино. Ведущий концерта сегодня в образе феи, он сам в восторге от этой идеи. Искрится шутками, юморит не впопад, папа именинника не очень-то и рад. Тетки на танцполе все кричат: красавица! Каким-то типам наш концерт не нравится. В паузе между третьей и четвертой песней на сцену выползла дама и потребовала спеть с ней. Шутки шутками, а время идет, ведь за 40 минут нам заплатили вперед. Поем главный хит, никто не слушает. Кто-то ушел курить, кто-то просто кушает. Ни аплодисментов, ни концертного угара, но при этом заплачено 3 гонорара. Поем веселые песни, 3 из них про г***. Вот такое искусство за ваше бабло. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, грибы подпевают, бой, Вася, бой. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, грибы подпевают, бой, Вася, бой. Всем привет, друзья! Здесь Вася Обломов и его друзья. Мы поздравляем канал «Дождь» с 3-летием. 3 года — это же целых 15 условно. Поэтому тем более держитесь, друзья. Немножко добрых и позитивных песен в эфире антигоспропаганды никогда не повредит. Следующая песня называется «Кто хочет стать милиционером?». Я работаю в милиции, младший сержант Василий. Работа, конечно, опасная, но мне по силам. ОВД Ворошиловского района, Ростова-на-Дону. Окончил школу милиции в 95-м году. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея в том, что я главный, и я всех имею. За распитие спиртных напитков в неположенном месте детки скинулись мне, все вместе. Ездим с пацанами по району, стыжем капусту. Летом народу полно, зимой не густо. План поимки преступника всегда выполняем. Если кого не досчитаемся, прохожими добираем. Могу найти у тебя, к примеру, пакет травки. Не заплатишь — процесс будет круче, чем у Франца Кафки. Судья местный тоже не просто подъем. Его прайс-лист начинается цифрой в 1 миллион. Ну а там, как следователь перепишет дело, при аресте рядом обнаружили мертвое тело. В конечном итоге ты заплатишь и сядешь, мой друг. В машине заливается Миша Круг. Проверяем
документы, лист кавказской национальности, элит, относящийся к красной степени маргинальности. Отрабатывать приемы, проще боевые умения. Ходим в камеры предварительного заключения. Не мамаша, это он просто упал. Кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Кто так, кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Лучше работы в ГАИ, видел все эти машины, братан, они все мои. И мне нахрен не нужен ваш карьерный рост. Мне нужна полосатая палочка, фуражка, хорошо спрятанный пост. Зимой стоим в сугробах, летом сидим в кустах. Тут все прибавки, премии, все в твоих руках. Это как в банке менеджером или типа того. Размер выручки зависит от тебя самого. Нарисуй двойную сплошную, там где ее нет. Становись рядом, братан, и лови момент. И все злостные нарушители ПДД будут свято красинспектором ГИБДД. Амен, я или не мем, мне вообще безразлично. Пока нарушители мне платят наличкой. Когда я учился в школе, думал, кем мне стать. Учителем физры я любил сидеть рисовать. Или мешать жить обладателем водительских прав. Я сделал свой выбор и оказался прав. Ну так кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Так кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Ну так кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Я начальник ГУВД города и области. За свою профессию испытываю чувство гордости. Моя милиция меня бережет. И бережет каждого того, кто меня бережет. Коррупции в УВД у нас не было и нету. Это у вас там в Москве или еще где-то. Уровень преступности такой же, как и везде. И я не вижу смысла ни в какой новизне. С губернатором и мэром у меня хорошие отношения. Я никогда не оспаривал ни одного их решения. Всем, кто выше, я всегда исправно платил. Со всеми делился, ни про кого не забыл. Я бил с теми, с кем требовала ситуация. Держался тогда, когда не нужна была провокация. Живу в достатке, почти миллионер. Но я всегда останусь прежде всего милиционер. Дорогой президент, нам не надо полиции. Что же станет с любимым моим днем милиции? Для меня он стал красным днем календаря. Я служу отечеству. И честно говоря, Россия не для министров, губернаторов и мэров. Россия для простых милиционером. Ну так кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Так кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Ну так кто хочет стать милиционером, милиционером, милиционером? Кто хочет стать милиционером, милиционеры вы где? Я работаю в полиции, младший сержант Василий. Работа новая, и мне по силам. УВД Ворошиловского района, Ростова-на-Дону. Окончил школу милиции в 95-м году. Спасибо. Следующая песня, которую мы сейчас исполним, печальная, и она называется «С чего начинается Родина». С чего начинается Родина? С чего, с чего? Это трек про то, с чего на самом деле начинается наша Родина. Наверное, с денег в больнице за то, чтобы родиться. Со сдолбанных дорог и постов милиции. С кукольных мультфильмов и криминальной хроники. Со страха взорваться или
попасть в заложники из покупки левых дипломов и липовых аттестатов, техосмотров и депутатских мандатов, с первой бутылки водки в школьной библиотеке, с группы «Нана» и «Кармен» в радиофанатеке. Если ты в достатке, не забывай говорить спасибо, а то она придет с проверкой, у нее есть любая ксива. Родиной пахнет в плацкартных вагонах, она в прожиточном минимуме, генеральских погонах, в супермаркете «Остров», в Государственной Думе, она в песнях Сергея Жукова в сельском клубе. Родина начиналась с сигарет поштучно, с бордыриной семечек, родина и я неразлучны. Она настигает меня очередью в больнице, она ставит меня на учет в милиции. Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду, хлопайте в ладоши под Бабкину Надежду. Родина шлет мне повестки из военкомата, родина встречает мне долбами игровых автоматов. Белая береза стоит и качается, здесь родина началась и никогда не кончается. Она говорит, гордись Пушкиным и Федором Достоевским, Сергеем Есениным и Александром Невским. Но не имеет значения, что там было давно, сейчас не родина для тебя, сейчас ты для нее. Она оперативно сообщает по рации: ловите этого парня, у него нет регистрации. Ты свободен, не нравится, можешь сделать ноги. И на этом родина заканчивалась у многих. Выходя на пенсию, сразу заказывай гроб. Старикам здесь не место, это твой гороскоп. Читая «Золотого теленка», я никогда не давился от смеха. Мне всегда хотелось, чтобы Бендер уехал, но в книге все всегда заканчивалось плохо. Уходят люди, а на дворе все та же эпоха. Белая береза стоит молчаливо, по телевизору смех, а в душе тоскливо. Поскольку день обещает быть летним, радостным, позитивным и вообще хорошим, мы будем петь грустные песни. Следующая песня называется «Одноклассники». От своих сомнений, делать или не делать, пойти или не пойти, так и остается во всем где-то на полпути. Кто-то успел выйти замуж, уже развестись, кого-то обратили в секту под предлогом, чтобы спастись. Кто-то верит в магию и предсказания, а кто-то в тюрьме отбывает свое четвертое наказание. Кто-то не переносит на дух Чехова и Толстого, слушает шансон и не понимает, что в этом такого. Кто-то начал тонуть, и его не успели спасти. Кто-то обиделся на меня и никак не может простить. Его родители хотели, чтобы он стал врачом. Он выучился для них, а в итоге стал продавцом. Кто-то на полном серьезе сочиняет детские сказки, а кто-то умер, не дожив 20, и я не сгущаю краски. Кого-то и не вспомнить уже, как зовут, а кто-то в интернете постоянно пишет тут как тут. Кто-то работает в милиции и нюхает кокаин. Кого-то умерли родители, и он остался один. Кто-то остался в Испании, как нелегальный мигрант, а кто-то работает в МВидео, продавец-консультант. Кого-то жизнь в провинции вполне устраивает. Кому-то нужен мегаполис, и он в итоге сваливает. Кто-то фото жены на рабочем столе ставит в рамку, а кто-то хочет развода и не может тянуть эту лямку. Та, что была красавицей, превратилась в толстую тетку. Раз в неделю сама покупает для мужа водку. Она сидит в социальных сетях и вспоминает, что было тогда. Деревья были большими, та 11-я весна. Он подобрал ей песни и под гитару спел. Сейчас он служит в ВДВ и совсем отупел. Тогда казалось, что так или иначе все будет в порядке. Казалось, что нет ничего важнее этой детской площадки. Казалось, что все потом сложится и все получится. На чужих ошибках мы не учились и на своих не учимся. А
походы по местам детства стали как походы в музей. У меня стало больше знакомых, у меня осталось мало друзей. И несмотря на ностальгические формы радости, жить в прошлом — это первый признак старости. Следующая песня про любовь. Если бы моя учительница по музыке сказала мне, что в детстве, когда мне было 7 лет, если бы она сказала: «Вася, ты вырастешь, будешь играть на крыше Красного Октября песню под названием «Унылая г***», и это будет нормально, я бы, может быть, музыкой не занимался». Но, тем не менее, жизнь — удивительная штука. Песня называется «УГ». Лирическая версия этой песни. Сегодня. Включаю телевизор, а там опять оно смотрит на меня. Как ни в чем не бывало, героиня спасла весь мир в одиночку и ни капельки не устала. Резво скачут рекламные блоки, на куски разделяют кино. Все влюбленные вместе, все плохие подохли. Вот оно, унылая г***. Как ни в чем не бывало, на разный мотив, но все как одно. Новые песни и старых немало. Вот печальная тема на грустный мотив. Звонит слушатель из Нино, передает приветы для всех своих и заказывает его. Унылая г***. Новый русский роман, заоблачные тиражи. Это русский бигбедер, его не стесняются читать даже в метро бомжи. Поведясь на рекламу, покупаю книжку просто так, ни с того ни с сего. Открываю, листаю, читаю, понимаю, вот оно, унылое г***. Эту песню я выложил в сеть интернет и зашел посмотреть. Ну как оно? В отзывах читаю первый коммент. А там написано:
Вася, пой. Спасибо. Я не верю депутатам, они в системе. И не важно, с теми они или не с теми. Я не верю тому, что пишут в российских газетах. Не верю ответам в вопросах и ответах. Я не верю каждому прогнозу погоды. Я не верю моде, которая в журнале моды. Я не верю в сказки про глобальное потепление. Не верю в вопросы общественного мнения. Я не верю в документальные телепередачи. Они все делаются для нас, чьей-то подачи. Я не верю в честных миллиардеров. Я Газманову не верю, когда поет про офицеров. Я не верю в искренность благотворительности. Годам не верю, ввиду их длительности. Не верю, что воду отключили из-за аварии. Я не верю Кипелову и песням арии. Я не верю в честного президента. Я врачам не верю, не верю их пациентам. Я не верю прорабу и его расчетам. Я не верю в штрафной удар по воротам. Я не верю, когда просят позвонить, когда ломятся в дверь и умоляют открыть. Я не верю в правосудие и справедливость. Но с чего это вдруг, скажи на милость. Я не верю попрошайкам и нищим в метро. Я не верю в тех, кто голосовал за ядро. Я не верю, что Макдональдс здоровая еда. Я не уверен, что нет и не уверен, что да. Я не верю в будущее российского футбола. Не верю, что у нас такая же Кока-Кола. Не верю, что на день города поют живьем. Не верю, что все мы здесь хорошо живем. Время расставит все по своим местам. И скорее всего уже именно там жизнь наладится. И все у всех сложится, и счастье значительно приумножится. Мы будем ходить и улыбаться друг другу в трудный момент, протягивать руку, торжество милосердия и сострадание, а детям только хорошее воспитание. Мораль станет выше любой буквы закона, и для добрых дел не потребуется никакая икона. Гражданское общество в правовом государстве, и тот, кого вчера упрекали в бунтарстве, не сможет найти повода для недовольства, недоверия или банального беспокойства. Мысль о том, что все это сбудется, классик писал нам когда-то в письме. Но жаль, только жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе. И мне жаль, что жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе.
Давайте сыграем песню, грустную песню о системе ценностей, которая стала саундтреком к вышедшему прошлой осенью фильму «Духлесс». Печальная песня, записанная вместе с Пашей Чеховым. Самое то, что нужно в день рождения. Широким и узким улицам спускаемся в подземные переходы. И есть ощущение, что мы часть какой-то большой недоигранной коды. Мы кажемся себе теми, кем хотим казаться. Иногда мы считаем, что легче уехать, а потом просыпаемся и понимаем, что нужно было остаться. Мы считаем себя умнее всех, кто был когда-то до нас. По количеству денег возводим друг друга в отдельный класс. Большинство из нас считает себя умнее большинства и постоянно друг с другом о чем-то спорят. Это похоже на моду, которая была всегда. Так волнуется песок на дне моря. Хотели изменить мир к лучшему. Кто-то писал об этом в прозе, кто-то в стихах. Но непонятное чувство безразличия появляется на борту самолета, летящего в облаках. Нам скучно жить, и от этого много проблем. Мы занимаемся не тем, чем хотим. Чувствуем себя частью выдуманных нами же систем. Любовь превращается в привычку и обязательство. Остается безразличие, которое морально можно и не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его. Спасибо. Следующая песня, которую мы исполним в честь дня рождения телеканала «Дождь», который мы, конечно же, поздравляем с трехлетием, мы хотим сказать, что это песня о погоде. И, конечно, в наше скудное на тепло время сейчас, мне кажется, подходящий момент, чтобы петь именно такую песню. Песня о погоде, единственная песня о погоде в моем репертуаре, она называется «Пора валить». Столичный мир суров и труден. Нынче в ночь с нуля до десяти над Москвою выпал свежий Путин и засыпал так, что не пройти. Москвичи вздымали к небу руки. Где же ты, вселенское добро? Чем теперь откапывать Судзуки? Как идти в кроссовках до метро? Чуть притихнув, Путин падал снова и летел, кружась издалека. Не было при Ельцине такого, разве что при Сталине слегка.
не было при Ельцине такого, разве что при Сталине слегка. Гастарбайтер носится с лопатой. Граждане, в дома забились все. Путин с неба падает проклятый. На дворы, балконы и шоссе. Выше влажность, ниже столбик ртути. День за днем в Москве страшнее жить. До чего довел Россию Путин? Даже снег решил, пора валить. До чего довел Россию Путин? Даже снег решил, пора валить. Песня в стиле русского рока, которая, в принципе, тоже о главном. Главное слово в этой песне я заменил на более печатное, потому что это была бы очень матерная песня. Песня называется «Грёбаный стыд». Сейчас мы исполним еще одну грустную песню.
Мы вообще решили поздравить «Дождь» большим количеством грустных песен. Мы решили поступить, как это делают в новостях. Ничего хорошего нас не ждет. А сегодня с нами на этой сцене, на этой какой же сцене, на этой крыше, актриса 7-й студии Кирилла Серебренникова, ныне актриса действующего Гоголь-центра Светлана Мамрешева. Аплодисменты. Да. А мы исполним вместе песню, которая называется «Я шагаю по Москве». Через Киевский мост, мимо Хамсуда, где умеют находить улики. И я иду, шагаю по Москве, а мне так хотелось проехать. Но в глазах стоит Садовое кольцо, оно стоит и не может ехать. В Москву приезжают со всех городов, со всех республик народы. И долго тянутся друг за другом годы плохой погоды. В Москву приезжают и остаются жить, и некуда ехать дальше. Москва не верит слезам, потому что здесь и так достаточно фальши. Офисы на месте дома, построенного в 19 веке. На стройке работают от звонка до звонка, и там же живут узбеки. В съемных квартирах проходит жизнь, и вот исчезают надежды. В Москве тяжело и бессмысленно жить. Москва не такая, как прежде.
Спасибо. Спасибо. Мы еще раз поздравляем канал «Дождь» с трехлетием. Желаем ему хороших зрителей, добрых, неравнодушных и хороших новостей. Желательно действительно оптимистик. Да. Следующая песня, единственная добрая песня в моем репертуаре. Именно поэтому перед этой песней я решил поздравить канал. Песня написана в тот момент, ну, героем песни, в тот момент, когда ему по какой-то неведомой совершенно причине не заплатили. Начальник, обманщик, жадный, проклятый, не заплативший денег, зажавший зарплату, несчастье тебе, бед, разрухи до горя, присух твоему бизнесу, дефолт твоей конторе, позор тебе, сволочь, гадина, жадина, желаю, чтоб твой логотип оказался краденый, желаю, чтоб твой слоган использовался кем-то, в коньяк тебе мочи, в кокаин тебе цемента, типун на язык, гербис на лоб, штаны геморроя, желаю, чтоб тебе аренду подняли втрое, желаю, чтоб тебе откаты не катились обратно, чтоб тебя секретарша заразила, а чем непонятно. Желаю, чтоб твои вклады вернулись в потерю. Желаю спецназ в масках тебе в бухгалтерию. Чтобы твоя баба к массажисту переехала. Желаю, чтоб тебе в бампер пол трамвая въехала. Чтобы инвесторы денег назад потребовали. Желаю, чтоб клиенты судиться с тобой убегали. Чтоб в твоем кабинете была сигнализация. Желаю, чтоб водоканал перекрыл канализацию. Чтобы пожарник песка навалил в приемной. Желаю, чтобы электрик штраф выписал огромный. Желаю, чтоб санинспекция офис опечатала. Желаю, чтоб все твои счета заморозили, падла. Чтоб твоему заместителю испугаться и уволиться. Чтобы тебе в сауне с авторитетами поссориться. Чтоб на тебя патриархия с виском наехала. Чтобы налоговая просила взяток, а денег таких не было. Я желаю, чтоб тобой ФСБ интересовалась аккуратно. Чтоб за тобой наружка велась и всем это было понятно. Желаю, чтоб менты у тебя даже денег не брали. Желаю, чтоб твой юрист скрывался в Сенегале. Чтоб тебе повестки из военкомата вдруг прибыли. Чтоб в новостях сообщили про твои гигантские прибыли. Чтобы у тебя сахар в моче повысился. Желаю, чтоб ты в розыске по России СНГ числился. Желаю, чтоб ты на 100 килограмм поправился. Чтоб ты правозащитникам и блогерам нравился. Желаю, чтоб на тебе ордер 3 года как выписали. Желаю, чтоб тебя даже на Кипр не выпустили. Чтобы твой мобильный прослушивали сразу трое. И в штаны тебе напоминаю еще раз геморроя. Чтобы ты из балкона бросился, да не разбился. Чтобы тебе следователь попался грубый и матерился. Желаю, чтоб твою фирму растащили депутаты. И чтоб ты наконец понял все из-за той несчастной зарплаты. Желаю, чтоб в твоей камере были одни гомики. Ты черное пятно в белоснежных просторах российской экономики. Спасибо. В 1984 году я родился на юге, в Ростове-на-Дону. Когда нашли «Титаник», мне было 1.5 года. Меня никто не ждал, история не сбавляла хода. Когда Чикатило резал в Ростове детей, я с опаской смотрел на незнакомых людей. Когда в Чернобыле была ядерная зима, у меня была еще хорошая память на имена. Танки стояли около Белого дома, а я в Ростове наблюдал, как дерутся 2 соседних района. Когда в 90-е делили природные ресурсы, я учился в школе и был даже не в курсе. Страна выбирала Ельцина 2 раза, а я на химии изучил разницу между нефтью и газом. Страна возможностей определенного круга людей, время слабых решений и больших идей. Потом, вручая дипломы в университете, декан сказал нам, мол, простите, дети, не знаю, кто кем станет и куда пойдет. Перспектив нет, надеюсь, это пройдет. И жить прошлым уже совсем не получается, за будущее страшно. И мы теряемся в толпах людей, разбросанных по городам.
мама, папа, привет, не знаю, как вы там. Я был на Болотной площади, я выступал на Сахарова. Было много разных мыслей и чувства страха, что ни к чему хорошему нас это не приведет. Но история двигается и двигает нас вперед. Кому-то наплевать, и кто-то сомневается. Да я и так в курсе, что в жизни случается, сдают нервы, я тоже понемногу сдаю. Все больше говорю в песнях и меньше пою. И думать о судьбах Родины я тоже устал. Здесь хорошего финала мне никто не обещал. Так в чем же смысл ждать конца света, как холодную осень после жаркого лета? Ведь жизнь бессмысленна. Если так жить, ты бросаешь курить, чтобы в итоге запить. И какая разница, какие цели, если двигаться медленно, еле-еле? Какую надежду тебе внушает вера, последнее прибежище лицемера? Мне страшно смотреть этой правде в глаза, но смерть — это уже навсегда. Куда уходили твои жалкие годы? Вступление этой песни станет частью коды. История не имеет обратного хода. Сейчас весна 2012 года. И если жизнь играем, мы все на нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем. И если жизнь играем, мы все в нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем. Если жизнь играем, мы все в нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем. Спасибо. Следующая песня, которую мы исполним, это пророческая песня. Дело в том, что практически все, что я рассказал в этой песне, сбылось в жизни. За исключением последней фразы о том, что я остался автором одного хита. У меня не получилось, к счастью, этого сделать. А во всем остальном все было именно так, как написано. Поэтому, я не знаю, хороший подарок, мне кажется. В хороший день. А с днем рождения, Дождь, едем в Магадан. Работа называется «Кафе у бобра». Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой совковой фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста. Начальник был Жора Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучше работы я так и не смог найти. Тут или лабухом быть, или двор мести. Программа типична, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан, примерно так. Еду в Магадан. В Магадан. Слушай, братан, а кто это поет, а? Еду в Магадан. Чё в натуре твоя песня, не звездишь? В Магадан. Слушай,
красаву вообще не ожидал от души. Еду в Магадан. Песня, конечно, но местным нравится. Они говорят, у меня талант, и я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку. Ты говори только, Вася, пой, Вася, пой. Мою песню мы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах. Над Черноморским побережьем звучит Магадан. Я реально поднялся, я реальный пацан. Еду в Магадан. Давай, братан, для нашего столика еще разок. В Магадан. Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой. Еду в Магадан. Вот я на заказнике пою этот трек. Потанин в восторге, выписывает мне чек. Рекомендует меня всем своим друзьям-олигархам. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям-олигархам. У меня песня года, у меня золотой граммофон. Я не верю глазам, и это не сон. И вот министр культуры поднимает стакан. И вы не поверите, из его айфона 3G победоносно на все Министерство культуры звучит. Вот такой вот рингтон. Остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна, друзья. Давайте споем и похлопаем в ладоши эту великую песню. Все вместе. Еду в Магадан. Есть же нормальные песни в нашей стране. Еду в Магадан. Не то, что это голубизна по ящику скачет. Еду. От души песня, все понятно. Еду. Простой и понятный каждому человеку смысл. Еду. Большое спасибо, друзья. Еще раз поздравляем телеканал с днем рождения. Хороших вам новостей, добрых зрителей и богатых инвесторов. А сейчас мы исполним последнюю песню Васи Обломова в сегодняшнем... в сегодняшнем концертном эфире. И это будет... Меня часто спрашивают, почему я не пою песни про любовь. Ну, задают вопросы, типа, чего все, социалочка, да, типа, вот, конъюнктура. А я считаю, что все мои песни про любовь. И то, что мы сейчас исполним, ярко этому подтверждение. Это как бы лучшая песня о любви всех времен и народов. Она называется скромно, называется «Правда». Носите сандали, шоколадные медали. Силу власти, вертикали, нежно любит наш народ. Яйца с курочкой в дорогу, из-под крана выпить воду, рассказать о жизни блогу. Любит наш народ. Любит наш народ всякое говно. Стас Михайлов и Жанна Фриске. Из бетона обелиски, к манной каше две сосиски. Нежно любит наш народ, чтобы потолок был низкий, алюминиевые миски,
Жигулям, литые диски. Любит наш народ. Любит наш народ всякое. Может быть, очень много разных куплетов, но правда всегда одна. Любит наш народ всякое. Спасибо.